Поселок Вершина Тёи распахнул снежные ворота для профессиональных спортсменов. На протяжении нескольких дней здесь встают на лыжи участники всероссийских соревнований. На кону Кубок Хакасии и билет на соревнования более высокого уровня. Вершина Тёи одна из первых принимает соревнования такого высокого уровня. 40 регионов участников – лыжники из Марокко, Беларуси и Казахстана. В этом году география лыжных гонок расширена. Обкатывают трассы более 300 лыжников. Сильнейшие лыжники России приезжают сюда после финала, первого этапа финала Кубка России, потом вот остается на Кубок Хакасии, который тоже входит в программу ФИС. И, конечно, очень отрадная такая погода, лыжи. Зима в таежный поселок приходит раньше календарной. Начинающим и опытным спринтерам кататься есть где. В одной из гонок победу вырвали москвич Федор Назаров и тюменка Екатерина Смирнова. Вообще, это моя первая победа в спринте. И вообще, я дистанционщица. А так как здесь круг такой более дистанционный, как сказать, именно для меня. Вообще, я вообще сначала отстала. Я неопытная в этом деле, я очень мало спринты бегала. Ну, радость, потому что не получился классический спринт. Надеялся бороться за медали, за победу, но немного не сложилось тактически, а вот сегодня отличная гонка. И победу всегда рад, поэтому так эмоционально. Кстати, после Кубка Хакасии в республике будет объявлен официальный старт всем лыжным мероприятиям. В Черногорске, Сорске, Абазе, Ширае, Таштыпе. В республиканской столице площадка для катания традиционно разместится в парке культуры и отдыха.